Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино. А теперь просто клуб. Дефолт наверняка про нас знает. Да. И наверняка ждет меня. Продолжаем.
Да, очень умно. Давай, вот так. Я влезу в
черт! Ты в курсе, что у него там? Кое-что знаю. А что? Там весь город. Деятели профсоюза, чиновники. Тут липовые контракты, взятки. А это что? Сет-чаты и онлайн-шантаж, что? Да тут и CTOS. Продолжай копать! Чикаго подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Куча грязного белья. Мечта шантажиста. Качаю дальше. А что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину, хоть одно видео с ней есть? Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что она у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? Решил тебе рассказать. Я никогда не видел контракт с таким количеством нулей. Ты их допек, друг. Да, я в курсе. Не-не, ты послушай. Тут все по-другому. Похоже, на тебя ополчились все. Проваливай из Чикаго живо. Устранители с тебя не слезут. Все равно найдут. Спасибо, Джорди. Ну да, ты не послушаешь, но я хоть попытался. Ты почистил ту запись. Послушай. Брент Ольстер, зайдите к начальству. Брент Ольстер. Ники звонил оттуда же, где делали это объявление. Брент Ольстер. Отлично. Пожалуй, запущу поиск. Нашел. Ники там. Я знаю. Верни ее, братец.